Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, перед нами Poco M3 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве установить российский язык. Часто бывает такое, что когда вы покупаете этот телефон, здесь стоит английский или иногда даже китайский, если вы заказываете его через интернет, не из России. Так что давайте включим здесь русский язык. Для этого мы свайпаем по нашему экрану вниз по правой стороне и справа сверху нажимаем на шестеренку, чтобы попасть в настройки. В наших настройках мы листаем практически в самый низ и видим здесь в верхней части пункт, который в английской версии называется Additional Settings или же расширенные настройки. Возле него такой серый кружочек с белыми тремя точками. Нажимаем сюда. Нажимаем сюда. После этого выбираем второй пункт по счету, то бишь первый, второй, Languages and Input, или же языки и ввод. Дальше выбираем Languages, то бишь первый пункт. И ищем здесь русский. Это уже не должно быть так сложно. Нажимаем на русский. И вот, теперь у нас все на телефоне по-русски. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего доброго. До свидания.